Александр Лоя впервые появился на экранах телевизора в рекламе газированного напитка. Импозантный мальчик смог привлечь к себе внимание, позднее его увидели и в Ералаш. Рыжий цвет волос выгодно его выделял среди других детей. Он унаследовал шевелюру от прадедушки немца. Во взрослой жизни Александр не смог повторить свой детский успех, хотя его фильмография пополнилась новыми, яркими работами. Рыжеволосый Федор Стуков в детстве покорил кинематограф. В пятилетнем возрасте привлек внимание сотрудницы киностудии. Его первой работой стал фильм «Несколько дней из жизни Обломова». Талантливый мальчик покорил сердца зрителей. Его стали приглашать и в другие проекты. Наиболее запоминающиеся роли в картинах «Приключения Тома Сойера» и «Родня». В последнем фильме блистательно исполнил роль девочки Иры. Сейчас же Стуков занялся режиссерской деятельностью, выпустил успешные проекты, такие как «80-е», «Физрук», адаптация «Дылды 2», «3», «Филфак» и другие. Павел Майков, как и его сестра Анастасия Стоцкая, имеет рыжий цвет волос. Правда, у Анастасии более насыщенный и яркий цвет, нежели у Павла. Можно сказать, его волосы имеют рыжий оттенок. Известным Майков стал после выхода в прокат сериала «Бригада», а после на несколько лет пропал с радаров поклонников, поймал, так сказать, звездную болезнь. Павел известен не только как актер, но и певец. Он основал свою группу «Бутербродский», является и автором, и исполнителем песен. Обаятельный актер Антон Юрьев активно начал сниматься в начале 2000-х годов. В основном у него второстепенные роли, но зрители запомнили рыжеволосого актера за отличное чувство юмора. Юрьев не сидит на месте и пробует себя в разных ипостасях. Он не только актер, но шоумен, радиоведущий, певец и даже сценарист. Антон блистает своим прекрасным чувством юмора на русском радио, ведет программу «Русские перцы». Юный актер Александр Касаткин запомнился зрителям благодаря сериалу «Знаки судьбы». В фильмографии актера уже 50 кинолент. Режиссеры с удовольствием приглашают в свои проекты яркого рыжеволосого Касаткина. Он заряжает своей энергией зрителей. Спасибо за ваше внимание, ставьте палец вверх и подписывайтесь на канал.